привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Еще несколько слов о арбузах. Сегодня я снимала видео, как я высаживаю арбузы в теплицу. Многие высаживают арбузы в открытый грунт, и они ползут по земле, плетутся. Но у кого нет места ни в теплице, ни в открытом грунте для арбузов, можете посадить их попросту где-то около заборчика. Вот видите, у меня осталось 3 корешка арбуза. Я их воткнула вот так вот вдоль забора. Вот видите, вот этот забор обыкновенный, металлический. И вот тут есть как раз вот эти вот удобные вот эти ребрышки. Я сюда привяжу нитку. И по этой нитке буду формировать вот этот стебель арбуза. Тут вот сейчас с утра тенек, а потом весь день тут будет солнцепек, солнечное место. Арбузы могут расти и в таких неприспособленных местах. Они неприхотливые. Главное, чтобы было весь день солнце, чтобы был немного песочек. Вот видите, я в лунке добавила песка, песчаная почва такая, песка, перегноя, все как обычно. И здесь также вырастут арбузы. Главное не оставлять все завязи, общипывать, оставлять несколько плодов, 3-4, и арбузики тут прекрасно вызреют. Я потом покажу вам, какие арбузы я вырастила на заборе. Очень компактно, не занимает много места. Они пойдут не вширь, а в высоту. Вот. Вот до сюда они как раз у меня дотянутся и будут висеть на заборе, созревать. Вот это выход, прекрасный вариант для тех, у кого маленький участок и мало места. Вот у меня маленький участок, и я сажу томаты в самые, овощи, не только томаты, в самые неприспособленные места. Посмотрела на томаты и оговорилась. Вот видите, у меня вот карликовые томаты вдоль бордюра, как украшение. Но будут и помидорки здесь. Они уже вовсю цветут. Будут маленькие-маленькие красные шарики вот так вдоль дорожки. До свидания. Надеюсь, мой видеоролик вот этот кому-то как даст идею посадить где-нибудь в укромном уголочке, на солнцепеке, несколько штук арбузиков и порадовать своих детей и близких. Желаю всем прекрасных урожаев.